К другим темам. Гамбург не получает зарплату. В омском правительстве категорически опровергли заявление адвоката арестованного Юрия Гамбурга. Напомню, накануне в эфире нашей программы адвокат отстраненного первого зампреда правительства сообщил, что находящемуся в СИЗО чиновнику продолжают начислять заработную плату, правда, не в полном объеме. Спустя почти 5 часов после заявления Любушкина в облправительстве опровергли информацию. Сообщили, что никаких начислений на отстраненного от должности сотрудника Гамбурга с 17 июня прошлого года не велось. Впрочем, прокомментировать это на камеру в правительстве отказались.